Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми спробуємо з вами з'ясувати, чи можемо ми прощати образи один одному. Нам допоможе наш сьогоднішній гість Ірей Максим Меркулов. Отец Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Слово молвить спасительное и необходимое нам сегодня. И мы с вами продолжаем цикл бесед о церковных таинствах. Друзья мои, мы с вами действительно продолжаем цикл бесед о церковных таинствах, знать о которых нужно каждому. Знаете почему? Потому что они являются спасительными в этом очень волнующемся море жизни. Отец Максим, а сегодня мы с вами будем говорить о таинстве исповеди и покаяния. И именно сюда и входит умение прощать обиды один друг другу, правда? Да. Итак, таинство исповеди. Это таинство, некоторые говорят, что это просто обряд, такой благочестивый обряд. Но, как выясняется, таинство исповеди и покаяния, то есть исповедь и покаяние, это именно таинство. Одно из семи таинств церкви – это таинство покаяния, или простыми словами, таинство исповеди, где человек, исповедуя свои грехи, либо словесно, либо можно по возможности и письменно, получает прощение через священника от самого Бога. Конечно же, это не обряд, это таинство, потому что в церкви существует семь таинств. И вот и это покаяние – одно из тех таинств, в которых христианин должен участвовать регулярно. Если мы вот знаем таинство крещения, совершается над христианином раз в жизни, один раз, то таинство покаяния, таинство причащения, таинство маслособорования – это те таинства, где человек, христианин, участвует регулярно для спасения своей души. Таинство покаяния – это таинство, где Бог разрешает грехи кающегося человека, и человека душа очищается. Это то таинство, которое очень необходимо нам. Если брать историю, то таинство покаяния – это было еще замечено в времена апостолов. Мы знаем из Деяний святых апостолов, говорится, что уверовавшие приходили для того, чтобы, исповедуя свои дела, говорили, рассказывали. Но не было оно в такой форме, как сегодня мы видим в православной церкви, когда священник с кающимся человеком общается наедине, но между ними Бог, который как бы принимает это покаяние и прощает грехи, невидимо через священника. Отец Максим, для того, чтобы получить прощение грехов в православной церкви, нужно подойти к священнику перед службой или после службы и исповедать свои грехи. Священник является неким посредником между человеком и Богом. И он имеет такую особую силу, на нем ведь почивает благодать Святого Духа, он имеет силу прочитать разрешительную молитву и освободить человека от грехов. Вопрос от телезрителей. Зачем нам посредник? Дело в том, что как посредник? Исповедь вообще установлена для того, чтобы человек, осознавая свои грехи, пришел к более глубокому покаянию. Вот, допустим, если мы, осознали свой грех, там, считаем себя грешным, но этого недостаточно. Вот вспомним из истории, как раньше, в первые времена христиан, исповедь была публичная, когда христианин, сделавший такой смертный грех, как вот, там, убийство или прелюбодеяние, он прилюдно исповедовал свой грех. И, конечно же, из-за стыда приходило ему покаяние, человек изменялся. А вообще покаяние – это изменение образа жизни. Если исповедь – это исповедание грехов, а покаяние – это уже как бы изменение жизни, то и исповедь, и покаяние, они должны быть вместе. Невозможно говорить, я иду на покаяние, а человек исповедуется, а покаяние не приносит. То есть покаяние – это изменение
образа жизни. Вчера я был таким, вот такой, такие грехи совершал, сегодня, по милости Божией, я каюсь в этих грехах и с Божьей помощью стараюсь в них больше не согрешать. Вот это называется покаяние. Я думаю, что нашим телезрителям известно такое чувство, что когда мы очень разнервничаемся или раздражимся и сделаем какой-то очень нехороший поступок, мы потом себе говорим: никогда, никогда, честное слово, никогда больше этого делать не будем. Но проходит время, и мы это делаем. То же самое и с исповедью. Человек может подойти к исповеди, может абсолютно искренне раскаяться в своих грехах и сказать себе и дать обещание Богу, что никогда этого делать не буду, отойдет от аналоя, выйдет из дверей церкви, закрутит его мир, и пошло-поехало все сначала. То есть нет изменения себя. Есть желание, но нет изменения, нет действия. Значит, нет покаяния. Конечно. Чаще всего бывает, что люди исповедуются, даже сами они это замечают. Мы были на исповеди, и опять же после службы мы впадаем в те же самые грехи, мы живем так же само. Для чего тогда это? Или вообще как это все изменить? Один святой сказал, что человек кается, потому что он имеет любовь к Богу. Если мы не имеем любви к Богу, то нам покаяние как бы не нужно, так считает человек. Потому что мы совершаем добрые дела, живем по-христиански из-за любви к Богу. Так же самое и мы приносим покаяние из-за любви к Богу, потому что в одной из заповедей блаженства сказано, что чистые сердцем увидят Бога. А если мы не приносим покаяние, не очищаем свою душу, не каемся в своих грехах, то, конечно же, наша душа осквернена, сердце загрязнено, и мы не можем общаться с Богом. Потому что чем больше грех, тем шире стена между человеком и Богом. Поэтому очень важно покаяние. Но чаще всего мы впадаем в такие вот мелкие грехи, как вот вы сказали, это осуждение, там где-то раздражение. Это те грехи, которые не являются смертными грехами, но все равно это грех. Потихоньку накапливаются эти все мелкие грехи, и все равно эта стена вырастает. Поэтому все равно человек будет грешить, много раз будет грешить. Вот вспоминается из древнего патерика такой рассказ, когда один послушник пришел к старцу и сказал: «Отче, Ава, я согрешил, что мне делать?» Он говорит: «Вставай и иди». Ну, вставай в смысле, что приноси покаяние и продолжай свою жизнь в молитве, в труде. Второй раз он приходит на следующий день: «Отче, я опять согрешил, я пал, что мне делать? Вставай и иди». И так продолжалось очень долго, когда уже через некоторое время пришел опять этот послушник, пал к ногам старца, говорит: «Ну что мне делать? Я опять пал. Сколько это будет продолжаться?» Говорит: «Это будет продолжаться всю жизнь до последнего». Потому что мы должны, цель у нас должна быть не та, что мы исповедовались, стали чистыми, хорошими, и больше мы не будем грешить. Не цель та, чтобы суметь при падении встать и идти дальше, как солдат на войне. Ранен, но он продолжает идти, исполняя свой долг, исполняя свою цель. Так и мы. Ранены грехом, но мы встаем с надеждой на Бога, мы каемся в этом грехе, мы постараемся исправиться, мы опять падаем, но все продолжается до последнего нашего вздыхания. И Господь сказал: «В чем застану, в том и сужду». Буду судить человека. Если Господь застанет нас так вот в покаянии, а не в падении, то, конечно же, это будет наша победа. Ну, с Божьей помощью. Поэтому очень важно каяться в мелких грехах, но все равно мы будем повторять их всегда, потому что это есть естество человеческое, оно греховное. Человек, он падший. Поэтому, чем отличается бес от ангела? Бесы, они упали, но они не могут покаяться. Или кающийся человек, он может при падении вставать с Божьей помощью и идти. Вот мы должны как бы стремиться больше к тому, чтобы быть подобным, как ангел, который, конечно же, никогда не согрешает. Но мы люди, мы согрешаем, но мы должны стремиться не уподобляться бесам, как многие люди говорят: «Я настолько грешен, что я уже не могу прийти к покаянию. Меня Бог не простит». Это вот бесовское наваждение, заблуждение такое. Бесы, они никогда не покаятся, потому что у них такое естество уже. А мы должны все равно идти к покаянию.
с Божьей помощью трудиться, очищать, потому что для чего это нужно? Человек, допустим, 20 лет живет, не убирает в своей квартире. Естественно, как будет там грязно. Так же самое человек может жить 20-30 лет, не ходить на исповедь, не каяться. Можно представить, какая грязная будет у него душа. А покаяние – это таинство, которое имеет церковь, это великая милость Божья, через которую Господь прощает нам наши грехи. И люди об этом, конечно же, многие не знают. Есть такие, многие не понимают, многие не хотят слышать и понимать. Но это милость Божья. И у нас такая возможность есть. Иди, человек, и кайся, приноси покаяние. Бог тебя ждет, пока еще есть время. И очень интересно сказал об таинстве покаяния старец Паисий, святогорец, которого церковь уже прославила как великих святых. Он сказал, что человек, который часто исповедуется, он лишает дьявола власти над собой. Поэтому вот, если мы это понимаем, в это верим, то, конечно же, это путь к очищению и к тому, чтобы дьявол не обладал нами через эти все падения и грехи. Но, с другой стороны, отец Максим, у нас есть пример благочестивого разбойника, который в последнюю минуту своей жизни на кресте сказал, обратился к Богу и сказал ему: «Господи, помяни меня, когда приидеши во Царствие Твое», и был прощен, и вместе с Иисусом Христом первый вошел в рай. То есть он не каялся всю жизнь, он был разбойником, и в последнюю секунду его жизни Господь ему простил все грехи. Ну, конечно же, это пример. Но не для того, чтобы мы жили беспечно, а потом думаем, да, вот как обычно буду сейчас умирать, принято. Буду умирать, тогда покаюсь, да? Вот да? Сейчас. Чего буду идти в церковь? Я еще молодой, у меня еще вся жизнь впереди, такой человек говорит. И получается, до старости он не доживает, умирает. А как они думают? Вот доживем до старости, потом будет время покаяния. Церковь – это для тех людей, которые уже в возрасте. Для убогих старичков. Да, покаяние для них. Как это так? Поэтому и не нужно брать как бы такой пример, что я буду жить так же само в разбойниче, а потом Господь меня простит, когда вот ко мне это придет. Желание там или стремление. Это пример, где показывает церковь милосердие Божие, что даже и в последний момент, если человек осознает свои грехи, будучи там уже на одре смертном, он все равно будет прощен Богом, если это будет искренне, если это будет конкретное покаяние, это чистосердечное. Поэтому вот нужно... Почему человек не знает свое время смерти, не знает свой день? Да, некоторым святым это было открыто, но тем святым, которые уже очистились от грехов, которые уже жили, не совершая там такие грехи, в которых мы купаемся, можно так сказать, а для того, чтобы человек вот, приносил покаяние. Потому что если бы он знал свой день своей смерти, можно жить себе беспечно, можно жить себе припеваючи, а потом себе в последний день или перед днем смерти покаяться. Такого не может быть. Поэтому Господь и закрыл от нас этот день. Для того, чтобы вот, с Божьей помощью человека было желание покаяния, чтобы было желание очищения. Конечно же, когда человек это не ощущает, то словами это не доказать никому. Человек должен с этим встретиться, прийти в это состояние покаяния, прийти в это состояние сокрушения, осознать свой грех. И, пожалуйста, пока еще двери храмов открыты, Господь с распростертыми объятиями всегда ждет кающегося человека, как в притче о блудном сыне. Отец всегда ждал своего сына и в объятиях его принял. Поэтому так же самое Господь. Пока есть время, пока есть возможность, дай Бог, чтобы у всех было желание, мы должны стремиться к этому таинству, как одно из милосердий Божьих. Но даже тот же блудный сын, отец Максим, ведь он возвращался к отцу не потому, что он каялся, а потому что, извините за выражение, ему есть было нечего. Он ел со свиньями, и поэтому он решил вернуться к отцу. Его двигало им не покаяние, а двигал им голод. Нет, если мы возьмем эту притчу, смотрите, да, голод была причина. Ну, первая причина. Да, но он как сказал? «Пойду и скажу своему отцу, что, отче, я согрешил пред тобою и пред небом. Прими меня хотя бы как последнего от своих рабов, там, наемников».
То есть, как бы, да, причина какая-то была в голоде, но покаяние было все равно. То есть, он в этом вот голоде, в этом осознании своего ничтожества, нищеты, он понял, что нужно что-то делать. И вот в этот момент пришло ему покаяние, что он уже не будет так жить, как жил. Он принесет покаяние, он, может, вернет отцу то, что он потратил, хотя эта часть была его. Ну, и он шел с этим, зная, что отец примет его как последнего раба. И он будет работать с рабами, ну да, где-то там будет хотя бы хоть в тепле и не в голоде. А отец его принял как сына, возвратил ему это звание сыновня. Поэтому вот к этому призваны и мы. Мы тоже в стороне далече, мы тоже далеко от Бога отступили. Но Бог ждет, если мы будем идти с сознанием, что мы недостойны, Господи, мы недостойны Твоего прощения, мы недостойны прощения друг друга. Но вот мы хотим исправиться, помоги нам. И, конечно же, Господь примет. А если мы идем, как часто, ну, не сильно часто, но бывают такие случаи, когда человек приходит на исповедь и говорит: «Мне в нечем каяться, я за собой ничего не вижу». Это очень страшно. Ну да, живу как все, не убивал, не крал, не... А зато вот само слово «живу как все». А как все же? Что, все живут свято? Вот поэтому вот и проблема. Живу как все. Да, так, а вот это плохо. Когда человек, знаете, вот как тоже церковь учит, не важно там творить чудеса, не важно там что-то таким, каким-то быть особым. Самое важное – это в своей жизни увидеть свои грехи, свой грех, вот, понять, какой я на самом деле. Не показывать пальцем, что тот живет так, я буду так жить, и тот такой, значит, и мне можно так. Нет. Вот нужно побороть свою гордость, то же самое и в прощении обид мы должны. В чем причина непрощения обид? Это гордость. Потому что все виноваты, я нет, да. А все виноваты, ну, да, кругом, все. Гордость. А вот нужно понять, что, может, где-то все-таки моя есть причина. То есть источник любых неприятностей – это сам человек. Ну, как вот бы сам именно... человек делает себе... Ну, вот сам себе. Да. То есть он обвиняет, вот что-то случилось, и начинаешь обвинять, и тот виноват, и это, и обстоятельства виноваты. А на самом деле нет, причина зла в тебе? Конечно же, каждый сам себе должен понять, что я виноват в этом. Ага. Нужно искать... То есть правильный путь будет тот, который, если мы будем не кого-то искать виновным, а видеть вину в себе. И по-любому вина есть в себе. По-любому, как говорится, почему, допустим, какая самая распространенная проблема? Ну, там, распад семьи. Почему распад? А вот она виновата, или вот он виноват, он там что-то там не доработал, там, тут где-то там не... Нет, виноват, может быть, все-таки я должен подумать, муж, или там, может, это виновата я, и пойти постараться исправить эту ситуацию. И действительно, есть такие люди, которые, понимая это, и с Божьей помощью, осознавая свою вину, идут примиряются, и где-то там смиряются, пусть даже все равно как-то в этой мере там начало было от другой стороны. И семья восстанавливается. Это очень важно. Когда ты свою гордость смирил, ты понял, что все-таки я виноват, потому что я тоже не усмотрел где-то. И, слава Богу, с Божьей помощью семья восстанавливается. И если живешь бедно и нечем платить, и совсем уже копейки считаешь, тоже, допустим, я виноват? Ну, конечно. Опа. Потому что человек живет не по воле Божьей. Мы же должны знать, что все, что случается со мной, даже беднота, там, бедность, это тоже по воле Божьей. Для чего так? А для чего действительно? А для того, что Господь знает путь человека, знает, что это будет ему полезнее. То есть он смиряет человека нищетой? Да, но неверующий человек этого не поймет. Неверующий, да. Давайте возьмем пример Иова, праведного Иова, многострадального, из Ветхого Завета. Он имел огромный достаток, как бы, ну, счастье, можно сказать, потому что у него была семья большая, много детей, там большое количество скота, и дьявол ему как бы завидовал. Вот как бы такой был разговор, диалог с Богом у дьявола, что вот Иов тебя любит, потому что он имеет все, он имеет достаток, он здоров, он богат, а если убрать это у него все, то он тебя проклянет, сказал дьявол Богу.
Господь показал любовь к Иова и преданность к Богу. Забрал сначала, где-то там скот пал, потом дети умерли. Потом дошло до того, что Иов лежал в гное, весь в гное, болезнь проказа называется. От него отошли все, друзья, родные, близкие. Он все равно говорил, благословен Бог. Он не проклинал Бога, он благословлял Бога, зная, что так все равно, удаляя от человека там, тот достаток, все то, что материальное важно для человека, Бог сам не отходит от человека. И Иов это ощущал, присутствие Божье, и он все равно сказал, я все равно Бога благословляю, потому что все это Божье. Бог дал, Бог взял. Благословенно имя Господне вовеки, вот так сказал Иов. Это огромнейший пример, о котором тоже многие люди не знают. А это история, это Библия говорит об этом. Да, но это, вот, конечно, высший пилотаж, потому что это любовь это к Богу. Смирение и смирение. И любовь к Богу. Любовь, вот это, помните, я и, же любовь говорю, и рождает смирение. Да, конечно. Да? Вот я же говорю, что если человек любит Бога, то он и будет и каяться. Он будет и стремиться там, примириться с ближним, простить обиду. Он будет стремиться очистить свою душу. Для того, для чего? Для того, чтобы Господь его не оставлял своей милостью, своей благодатью. Пусть он даже будет лишен здоровья, там, всего остального. Но опять же, это поймет только человек, который искренне верующий, который в своей жизни познал Бога, встретился с Богом. Что так сказать человеку нецерковному, далекому, конечно же, у него совсем другие мировоззрения на это все. Взгляд. Какая странная и сложная религия православия, отец Максим. Есть ответвления от разных христианских религий, где учат, что там один раз принес покаяние, и все, мы спасены, ля-ля-ля, и все такое прочее, можно уже ни о чем не думать. А тут, понимаете, каждый день нужно себя принуждать, каждый день нужно бороться сам с собой, не с кем-то там бороться, а именно с самим собой. Боже мой, как это все сложно. Ну да, об этом даже апостол говорил, что наша брань не против плоти и крови. Мы должны бороться против какого-то человека, стремиться там наказать его. Наша брань против духов злобы поднебесной, то есть против дьявола, который мешает человеку идти ко спасению. То есть мы не должны бороться там с внешним. Что? Ну что так? Надо смириться и побороть в себе гордость, познать свои грехи, принести покаяние. Это, да, непросто, это тяжело. Но если мы будем видеть перед собой Господа и стремиться к Нему, тогда будет проще. Как, знаете, в литургии есть такое воззвание священника, что «горе имеем сердца». То есть к Вышнему нужно стремиться к небу, к Богу. Поэтому к земле приземляться, ну, это не звание христианина. Звание христианина – это высота, там, где далеко от всего суетного мирского. Об этом писали многие святые, даже есть такая книга «Лествица». Это как бы сравнивается жизнь христианина духовная, восхождение по лестнице добродетелей. То есть всегда все наверх, от мирского, от суетного. Конечно же, мы прилепляемся ко многому. Нам скорбно, когда мы лишаемся того суетного, материального. Но для этого Господь показывает, что не это важно. Не важно здоровье, ну, в какой-то мере, понятно. Для спасения не важно. Не важно там иметь хорошую там, квартиру, машину. Это все, если будет полезно не человеку... Не важно, но желательно. Но это, если это будет полезно человеку и вести человека ко спасению, то да, то Господь это пошлет. Но если это не полезно будет человеку, то этого не будет. Хоть тресни не будет. Ну, конечно. Ведь почему мало богатых, которые спасаются? При богатстве можно спастись, но можно, их мало. Да? Да, почему? Потому что ну, богатство увлекает, и все, и ты совсем ставишь себе перед собой другие цели. Почему в основном верующие, большинство из бедных, простых людей, которые не видели богатства, не знают этого. Потому что так легче идти, узкий путь к спасению. Но есть два пути. Один путь узкий, к которому мы должны стремиться, христианин должен идти, и путь широкий, к которому, к сожалению, многие идут. Путь широкий – это себе жизнь беспечная. Живешь ты себе без всяких проблем,
не думаешь, что будет завтра. Если завтра действительно тело мое умрет, а душа пойдет к Богу, и что? С чем я пристану перед Богом? Было ли у меня в жизни покаяние? Было ли в жизни у меня какие-то добрые дела? Ничего не было. Потому что я жил, идя широким путем. У меня было деньги, у меня был достаток. А чем больше достаток, тем мне все равно жизнь других людей, которые нуждаются в моей помощи. Ведь Бог дает богатство для того, чтобы этим богатством делиться. Об этом тоже мы должны знать. Не для того, чтобы себе накапливать, а чтобы этим богатством делиться с тем нуждающимся. Вот. Покаяние нужно всегда, в любых вопросах, любое покаяние – это очень важно. Отец Максим, спасибо. Я думаю, что во время нашей беседы с отцом Максимом мы все-таки немножечко приоткрыли завесу тайны, друзья мои, и действительно живем, нужно жить сегодня и чуть-чуть завтра, чтобы успеть принести плоды покаяния. Потому что, как сказал отец Максим, в чем застану, в том и сужу, и только чистые сердцем Бога узрят. Друзья мои, пусть наши сердца очищаются от всякой скверны плоти и духа. Це була розмова на тему. На все добре.